Никто вами не интересуется. Знаете, ответ очень прост. Вас просто не любят. Часто говорим, вот, он мной не поинтересовался в течение дня, где я, что я делаю, проснулась ли я. Ей плевать, где я нахожусь, с друзьями тусю. Она говорит, сам наберешь, там позвонишь. Конечно, я противник того, чтобы маразматично контролировать каждый шаг, каждую минуту жизни своей половинки. Ты где? Ты с кем? Пришли фотку. Поставь руку вот так, сделай вот так. А с кем ты разговаривал? А ты с кем? Ты с друзьями опять? Или вы по бабам пошли? Это, конечно, маразм и сумасшедшая ревность. Это тоже не мое. Но если человек реально проявляет к вам пофигизм, не интересуется вами в течение дня, ему не интересно, где вы, что вы делаете, вообще живы ли вы, здоровы ли вы, значит, этот человек вас просто не любит. Это не говорит о том, что он пофигист. Это не говорит о том, что она холодная стерва. Это не говорит о том, что они прогнили изнутри. Нет, есть человеческое внутреннее состояние, которое называется любовь. А когда человек любит, он интересуется. Скажите, любящая мать, любящий отец будет интересоваться своим ребенком, где он вообще, что он вообще делает или нет? Будет. А когда родители пофигисты, вы, наверное, встречали таких, слышали про таких мудаков-отцов, которые бросили зернышко и пропали, им плевать, где их ребенок, что он делает, кто его одевает, обувает, кто его кормит, вообще чем он занимается. Это говорит о том, что у людей нет сердца, нет любви. То же самое и в отношениях. Если ваш человек вами не интересуется, он просто вас не любит. Это, знаете, как лампочка. Когда вас любят, лампочка светит. Когда вас не любят, она вот так выключается. Никогда не будьте с лампочкой, которая не светит, которая не греет вас, которая не освещает вам путь. Это люди, которые вас не любят. Они не обязательно, они плохие твари, конченые. Нет, они просто вас не любят. Не будьте с погасшими лампочками. Эта лампочка должна засветить. Если не ваша, то в чьей-то другой судьбе. Отпустите ее, пусть найдет свою розетку, воткнется и светит там. А вы выбираете свет. Если ваш жизнь освещает, согревает, значит, это ваш человек. А любящий вас человек не может вами не интересоваться. Ему просто элементарно не плевать на то, где вы, что вы делаете, вообще ваше здоровье, ваше настроение. Человек хочет участвовать в вашем быту, в вашей жизни. Этот человек не боится ваших проблем, он берет их на свои плечи. Это человек не боится того, что ты была замужем несколько раз, там, или ты был женат, у тебя дети. Этот человек не ищет минус. Этот человек закрывает на все глаза и видит только плюс. Это называется любовь. Это светящаяся лампочка, понимаете? Выбирайте людей, которые вас любят. Только любовь в человеке абсолютно безвозмездно открывает желание делать вас счастливыми просто так, ни за что-то, не потому что вы удобны, не потому что ты красивая, или ты богатый, ты офигительная, или ты просто невероятный, или надо за тебя выйти замуж, или надо побыстрее жениться, чтобы родились дети. Нет, когда любят, любят просто так. Вот выбирайте тех, кто вас любит, а любящие вас люди вами будут обязательно интересоваться, но в меру, есть у всего грань. Нельзя переливать чашу вина, иначе эта чаша запачкает все вокруг и не напоит вас досыта, поверьте, мой друг. Выбирайте тех, кто любит вас, кто вами интересуется, кто о вас заботится, кто носит вас на руках, кто целует вас каждый день, кто не смотрит на других, а восхищается тем, что вы у него такая красивая, шикарная, что ты у нее такой невероятный, добрый, щедрый, не смотрит ваше прошлое, не ищет там минусы, а наслаждается настоящим и будущим. Ищите и встречайте, и заслуживайте любящих ваших людей, которые будут светить, как лампочки, они будут гаснуть и создавать только тьму и серость. Выбирайте тех, кто любит вас и интересуется вами. Люблю вас. Пока.